Все медицинские учреждения республики перешли на использование бивалентной вакцины против полиомиелита, тяжелой вирусной инфекции, которая приводит к развитию паралича и инвалидности на всю жизнь. Единственный способ защитить ребенка от болезни – вакцинация. До 30 апреля в нашей республике использовалась для вакцинации населения трехвалентная полиомиелитная вакцина. То есть вакцина, которая содержала три типа вируса. Первый тип, второй и третий. По решению Всемирной организации здравоохранения в связи с тем, что второй тип был ликвидирован во всем мире, было решено, что для вакцинации нужно использовать вакцину, которая содержит два типа вируса, первый и третий тип. В Приднестровье дети должны получить 6 доз вакцины. Первый курс вакцинации проводится с 3 до 6 месяцев. С интервалом 1,5 месяца остальные дозы получают в виде ревакцинации в 20-24 месяца, в 7 лет и в 15.